Хочешь быть в курсе последних новостей туризма? Подписывайся на наш канал, и ты будешь всегда знать, что происходит в отелях, что нового, что изменилось. Этот канал для вас. Подписывайтесь на него. Мы добрались до Батуми. Дорога нам обошлась 1 лара 50 копеек. Привозят они вот сюда вот, к фуникулеру. Здесь порт находится. Здесь же на месте предлагают сразу экскурсионные программы. 70 лари. Не знаю, правда, куда это они предложили нам ехать. Сейчас посмотрим, сколько стоит фуникулер подняться в горы. Вот он идет. Билет стоит 15 лари, детский стоит до 12 лет 5 лари. Сейчас узнаем, это туда-обратно или в одну сторону. Билет 15 лари туда-обратно стоит. Здравствуйте. Кабинки приезжают, люди выходят и садятся. Максимум 6 человек. Мы с вами находимся на панорамной площадке, она находится на 282 метрах над уровнем моря. Отсюда открывается красивый вид. Вы сами можете это увидеть, я вам покажу дальше в ролике, вы все увидите. Рекомендую посетить эту площадку, пофотографироваться, берите с собой сюда воду, здесь жарко. Это вся панорамная площадка, она небольшая. Здесь есть кафе, чай, кофе и в принципе все. Выйти отсюда, скорее всего, нельзя. Сейчас попробую посмотреть, есть ли там какой-то выход дополнительный. Ну, кажется, нет. Магазин вина находится на обзорной площадке. Можно спуститься по лесенке вниз и выйти на площадку здесь, где подъезжают машины. Можно пешком, конечно, сюда подняться, но я думаю, это будет у вас 3-4 часа. Пройдем вниз. Вроде там есть площадка, можно будет оттуда посмотреть.
них есть веломаршрут Батуми, Миниверти, Батуми. Ну вот карта. В Грузии очень много памятников, много всяких скульптур. Очень интересна у них архитектура. Небоскребы от ничего стоят. Такая жара, что все прячутся под деревьями. Мы находимся сейчас в Батуми. Я вам покажу сейчас пляж. Какой здесь пляж. Вижу, что здесь крупная галька. Сами сейчас все видите. Мы сейчас в районе порта. Вход здесь галечный, галька крупная. Жара такая, что пришлось прикупить шапку, потому что голова уже просто плавится. Статуя вот эта вот, которую мы с вами смотрели, она разъезжается, съезжается. Очень интересно. Сейчас они разъехались, видите, они движутся, потом поворачиваются друг к другу лицом, целуются и друг через друга проходят и дальше. Так по кругу. Это небоскреб Алфавит грузинский. Сверху находится ресторан с панорамным видом. Рядом, видите, еще один небоскреб с колесом обозрения посередине. Еще неизвестно, как он называется. Вот третий. Отличается пляж Батуми от пляжа Кабулети. Вы видели, галька. Здесь очень крупная галька, и дальше она еще крупнее. Кабулети там мелкая галька и песок мелкий. На набережной стоят такие кресла, на них можно посидеть. Вот я попробовал на них сесть. Ну, удобно. Я думал, они будут горячими. Ничего. На пляже лежаки и зонтики платные. Три геля, я так понимаю, это лари, и один лари. Три гели шезлонг и зонт один лари. Проходит велодорожка, начиная от порта, и где она заканчивается, я думаю, в самом начале Батуми. Тренажеры. Недалеко от порта есть лесной массив небольшой, здесь можно на травке полежать, спрятаться от солнца. Ресторан в виде корабля. Вернее, корабль в виде ресторана. Параллельно набережной идет еще одна променадная дорога. Фонтаны поющие. Вода такая хлорированная, ну не хлорированная, а с привкусом. Лев с натертым носом и ушами. Смотрится смешно. Бамбук. Настольный теннис, бильярд прямо под открытым небом, под деревьями. Непонятное здание, предназначение его, но очень красивое. Попугаи в клетке. Здесь их 20 или 30 даже видов.
Сидишь, видите, крутится колеса. Отель Sheraton. В высших учебных заведениях сейчас тут выпуски. Мы видели в Одессе выпускники, здесь тоже. Перешли дорогу и попадаем во второй парк, который находится возле отеля Hilton. Там находится море, вот отель Hilton. Это высшее их учебное заведение, одно из лучших в Грузии. И напротив него начинается парк. Я такого еще не видел, чтобы напор воды держал такой камень. Сравним цены. Нектарины по 2, черешни по 6, 1,50, персики. Примерно такие же, как в Кабулете. Плюс-минус 1 лара. Арбузы 0,8, дыня 1,80. В Батуми город контрастов. Здесь небоскребы и старые строения. Ресторан. Мы находимся в старом городе. Здесь фруктовый рынок, фрукты. Маршрутка нас высаживала вот здесь вот, но здесь, когда с обратной стороны дороги, они не останавливаются, поэтому надо пройти немножко дальше, туда вперед до светофора, и там уже эти маршрутки будут останавливаться. Отсюда отправляются маршрутные такси до Тбилиси. Стоят они 20 лар. Судя по всему, вот где-то здесь будет посадка на Кабулете. Сейчас найдем маршрутное такси, посмотрим. Возле отель «Спутник». Это, кстати, единственная католическая церковь, как мне сказали здесь. Здесь вот посадка на Кабулете, возле вот этого здания, парковка, и отсюда уже отправляются Ориентир, Вампорт и дальше, и церковь католическая, костел вернее. Длинная улица, которую я не могу запомнить, 452 номер ее. Здесь цены такие же примерно, как во всем Кабулете, плюс-минус. Шашлык 11 стоит лари, суп от 3 до 7 лари, салаты от 6 и выше. Ну вот, например, я сейчас заказал себе вегетарианский суп, он 6 лари, и салат греческий за 9 лари. Еще взяли шашлык за 11 и овощной шашлык за 9. 3 дня назад сделал на пляже наш логотип с нашим сайтом. До сих пор он остался. Деревня, еще хуже вообще. Будем сегодня с вами смотреть закат солнца в море. Хотите на отдых в этот отель или другие? Мы вам поможем.
Закажите звонок у нас на сайте, и мы перезвоним вам. У нас есть удобная система онлайн-оплаты и бронирование для самостоятельного подбора туров по лучшей цене. Ждем вас в наших офисах. Друзья, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Лысенок Евгений.